Приветствую вас, титановые локти! С вами Федорович, а в этом сверхбрутальном и мега-кровавом видео, которое YouTube не хотел пускать на свои просторы, мы посмотрим на жестокие нокауты локтями. Все вы должны понимать, что локти – это очень страшное и опасное оружие, которое при ударе имеет несколько последствий. Во-первых, локоть – это твердая кость, удар которой можно сравнять с ударом монтировкой. Поэтому при четком попадании в голову нокаут обеспечен. Во-вторых, после таких ударов очень часто появляются сечки и гематомы, так как от любого удара, даже по касательной, кожа лица трещит по швам. Ну и в-третьих, такие удары наносят очень серьезные травмы. Повторюсь, что локоть – это, так сказать, острая кость, без жировой прослойки, поэтому все удары получаются очень жесткими. Легко выбиваются зубы и ломаются носы, а когда локоть прилетает по макушке, затылку или над ухом, может даже треснуть череп. Но попасть локтем не так просто, ведь чтобы нанести такой удар по голове, нужно работать на короткой дистанции, куда зайти, во-первых, непросто, так как противник тоже наносит удары, а во-вторых, даже оказавшись на этой дистанции, нужно еще и не пропустить такой же локоть в ответ. А для этого всего нужно иметь высокое мастерство и еще больше яйца, чтобы бесстрашно идти в рубки, в которые тебе могут расколоть череп. Наслаждайтесь жестью, которую не покажет даже Онгбак в своих фильмах.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, доводилось ли вам бить локтями или получать. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.